Я решил записать это сообщение после бракованной партии регистраторов Hikvision. Вместо положенных для этой модели 16 каналов звуков было только 4. И производителям они продавались как полноценные, даже без скидки. У другого производителя, Dahua, да простите за название, первые партии регистраторов поддерживали передачу аудио только по одному каналу, хотя было заявлено все 4. Может быть, звук для производителей ничего не значит? Мое мнение, что ни одна камера не должна быть без микрофона, даже уличная. Сейчас системы видеонаблюдения переживают эпоху немого кино. Далеко не на всем оборудовании поддерживается запись звука по всем каналам. Немая картинка заложена еще на этапе производства регистраторов. На объекте клиенты не запрашивают звук, а монтажники не устанавливают микрофона. И на это тоже есть свои причины. Во многих системах аудио передается аналоговым способом. И получить звук без помех – большая проблема. Как получить чистый звук – это отдельная тема. Клиенты часто не хотят платить за установку микрофона столько же, сколько за камеру. А ведь работы и проблем с подключением микрофона не меньше. Эта ситуация кардинально изменится только когда производители будут встраивать микрофон во все камеры, а все протоколы передачи будут поддерживать передачу звука по одному проводу. В микрофонах в формате HD-CVI от Dahua есть поддержка уже передачи звука по тому же проводу, что и видео. Но оборудование, поддерживающее звук по всем каналам, только появляется. И стоимость камер с микрофоном, ну, значительно дороже. Но даже если выбрать подходящее оборудование, остается еще много вопросов к качеству звука. Нет стереозвука, не говоря уже о более сложных звуковых системах. Часто нет даже простейших настроек качества звука. Запись по детекции звука и автоматическая регулировка уровня звука тоже не часто встречается в регистраторах. О более сложных системах, микрофонном шумоподавлении, многомикрофонном, да, остается только мечтать. А решения по шумоподавлению от Штелбери и ISO далеки от совершенства. Компьютерная аналитика, это если рассматривать для IP-камер, по аудио сейчас в сыром и нерабочем виде. Нет распознавания речи, ну, видимо, о ней пока даже не стоит мечтать. Нет даже простых алгоритмов по определению разговор это или шум, не то что о расшифровке текста. Оно и понятно, ведь качество звука в видеонаблюдении сейчас на таком ужасном уровне, что о таких сложных технологиях можно даже и не думать. Ситуация с IP-камерами немного лучше, чем с аналоговыми системами, типа HD, HDTVI, но и тут производитель частенько накосячит, то микрофон поставит для галочки. Прямо на плате, внутри пластикового корпуса камеры. И звук в таких камерах, как из бочки. В IP-камерах и регистраторах звук обычно сжимается кодеком, предназначенным для телефонии. Это G711, G722, ну или что-то, какое-то другое G. И только в последнее время встречаются более современные форматы. MPEG, Later 2, еще что-то типа того. Ну, ACC, вот более известный, видеопередача данных, вот что-то такое. То есть качество звука хорошее, но также передается моно, потому что чаще всего стоит один микрофон. Итого, мы имеем сейчас монозвук с шумами и треском, сжимаемый убогим кодеком. Это на сегодня. Ну, некоторое оборудование на столе. Это микрофоны. В общем-то, достаточно интересные. Это Штелбери M90, ну, как последний, да, скажем. Ну, не самый последний. Мы, наверное, что-то еще более новое есть. Здесь есть регулировки по звуку. Ну, обычный аналоговый микрофон. Внутри цифровая обработка. Это тоже аналоговый микрофон. С высокими и низкими частотами можно регулировать. Основное преимущество в том, что вот этот MD-012. Это очень чувствительный микрофон, но по большому счету все прелести этого микрофона не передает ни одно записывающее устройство. А есть также и более бюджетная вариация, ну, типа такого. Это, кстати, микрофон уличный, предназначенный, производителем предназначенный для улицы. Вот они поставили сюда мембранку, это железная
гаечка такая. Можно его поставить так вертикально вниз и, соответственно, будет передавать. Это устройство для передачи звука по... Точнее, для питания микрофона, любого микрофона трехпроводного, по сети ПОЯ. У нас много разных решений по микрофонам. И, в общем-то, мы подберем вам необходимое. И если нужно, HD-CVI-системку возьмем, где сразу звук передается. И мы обязательно предложим вам хотя бы микрофонные видеонаблюдения.